Рыба-кит папа рисует. Привет! Мы рисуем балди и рога. Хватай фломастер. Павлик. Хватай фломастер. Ну давай, смотри. Нарисуем для начала вот такой прямоугольник. Среднего размера. Смотри, я тут свою прямоугольник. Прямоугольник среднего размера. Такого. Да, 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 отлично. А теперь рисуем вот такую лампочку. Ну, тоже среднего размера, чтобы сверху осталось место. Небольшого. Во-во-во-во-во-во. Теперь рисуем вот такой вот рог. Это же единорог у нас. Балди-единорог. Рог. Да, теперь рисуем его нос, рот, знаешь, как обычно вот такой. Нарисовал палочку, теперь нос и глаза. И глаза. Дурные глаза, да? Не, подожди, что ты там делаешь? Смотри, Павлик, мы глаза сейчас рисуем. А здесь рисуем улыбочку. Получается балди. Почти. Смотрите, какой у меня печальный балди. Балди в печали. Так, теперь улыбочку нарисуем. Носик, носик вот такой. И улыбочку просто нарисуем. Так, улыбочку, нарисую улыбочку. Да, 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 да. Все, теперь улыбочку, рисую улыбку. И теперь будем рисовать ему копыта, смотри. Копыта так рисуем. Раз, два, три. Смотри, раз, два, три. И это копыта у него. Он же единорог, у него копыта. Теперь ты уже не рисуешь, а только я рисую. Потому что ты уже ноги нарисовал, а я еще не нарисовал. Я копыта нарисовал, смотри. Теперь рисуем ему хвост. Такой хвост. Единорог. Да, примерно так. Да. Здесь это рисуем. Лиса. Нет, это единорог. Вот теперь здесь рисуем ушко такое. И здесь ушко такое. Это эльфи. Ну, а здесь такую гриву. Получается единорог. Папа, а чего? В картах пишут, что треугольничек вот такой. Тихо-тихо-тихо, здесь не рисуй. Мы сейчас рисуем. Давай гриву нарисуй. Гриву. Ну вот так вот, смотри, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И здесь так раз, раз. Раз. И все, закрывай. И раскрашиваем. Раскрашиваем его как балди, да? Балди, ему нужно раскрасить, значит, зеленое. Зеленая кофточка. Синие штанишки. И единорог в штанах. Ну, он такой, это же смешной единорог, это мы же так опять балуемся, можно сказать. Тогда что, еще бы ремень ему подрисовать. Так, синие штанишки, вот синий цвет. Вот этот синий цвет. А вот вокруг него мы нарисуем какой-то розовый. Вот он розовый. Это типа там солнце. Хорошо, раз синие штанишки раскрасим. У нас тут все про рисование. Ну, потому что канал такой рисовать. Смотри, а теперь взять розовый, покрасить хвост и гриву. Грива разноцветная. Вот, нет, 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 это очень долго. Мы просто покрасим таким и все. Ребята, мы это так сделаем, чтобы было побыстрее. Вы лучше раскрасите как, ну, ну по-разному. Можно, можно разную. Есть радужные единороги, есть розовые единороги. Ну, раскрасьте по-разному, но мы его так сделаем, чтобы быстрее было, хорошо? Мы же все упрощаем. Угу.
упрощаем, по-твоему. Как? Что ты говоришь, Павлик? А в следующем я хочу нарисовать Балди злого и доброго. Я злого, ты доброго? К примеру, или наоборот, ты злого. Я злого, а ты доброго. Я как сейчас такого же нарисую Балди единорог. Ну, это трудно рисовать, а у меня очень простой рисунок. Следующий будет. Пап, ты кое-что забыл тут еще раскрасить. Что, интересно? Рог. А, рог желтым тогда давай. Желтый рог и заканчивай. Желтые ушки. Все, заканчиваем, кладем. У него голова будет коричневая. А, ты еще не закончил голову. Ну, мне кажется, можно и не заканчивать его голову. Что это смешное? У тебя очень смешной. А у тебя? Ой-ой-ой-ой, не крась больше, все, переставай. Темную взял опять, у тебя получится негр, что ли? Мистера Фуги рисуешь? Эй, привет, ребят, рисуйте с нами, мистер Фумби вас поцелует. Получился у тебя классный единорог. Вот так надо показывать. Йоу, бро.